Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас квадроцикл CF Moto Basic 500. На этом квадроцикле мы заменим задние тормозные колодки. Сейчас мы приподнимаем сзади колеса и снимаем заднее левое колесо. Колодки у нас находятся возле редуктора. Они не на ступицах. Вот он суппорт, под рычагом его видно. Сбоку у него штифт, фиксирующий этот болт. Выкрутим его и уже сможем вытащить колодки. Сейчас откручиваем колесо. Снял колесо. Хорошо видно наш суппорт. Вот отсюда, со стороны тормозного шланга, берем шестигранник, пятерочку, и вставляем его вот в болт. О, надо же, хорошо пошел, не прикипевший, ничего. Вот такой штифт-болт, резьба у него получается с этой стороны. Почистим его, резьбу смажем медной смазкой. Снимаем прижимную пружину. У нас получается износ колодок неравномерный. Нижняя часть левой колодки изношена больше, чем верхняя часть. Наверное, у нас какой-то поршенек не додавливает. Но суппорт мы сейчас обслуживать не будем. Поставим, посмотрим, как она у нас будет работать. Если что, мы в следующий раз уже разберем и посмотрим суппорт. Потому что здесь тормоза прокачивать — это целая отдельная история. То ли колодка, непонятно почему, но колодка даже винтом поведена. Вот я ее отгибаю вот так вот, как она должна стоять ровно, а она берет и назад возвращается. Не снимая суппорта, не снимая колодки, я аккуратненько через край вот таким образом задавливаю поршенек назад. Для чего я это делаю? Чтобы случайно нам не выдавить поршенек. Колодку будем менять по одной. Сначала заменим одну, потом другую заменим. Колодки мы будем использовать фирмы Godzilla. Маркировка идет FA-344. Вытаскиваем старую колодку. Снизу уберем грязь.
и вставляем новую колодку. Сразу ее под палец выведем. Нормально. Теперь таким же образом отжимаем вторую колодку. Пойду на бачке, открою пробку. Бачок у нас находится под правым колесом. Вот здесь откручиваем вот этих два болта, снимаем вот эту крышечку, и здесь у нас будет бачок. Тормозная жидкость, посмотрим, чтобы у нас лишняя не потекла. Снял крышку, вот наш цилиндр, наш бачок, откручиваем пробку. И снимаем здесь резиновое. Бачок полный, правильно, нам резиновое уплотнение не давало жидкости подниматься. Идем, додавливаем. Помощнее отвертку возьму. Все, додавили. Вытаскиваем старую колодку, вычищаем здесь грязь и устанавливаем новую колодку. Все, вот мы поставили, проверяем по болту. Нормально идет. Сейчас я болт смажу. Смазал болт, резьбу медной смазкой. И ставим нашу прижимную пластину. Нажимаем пластину и задвигаем штифт.
Все, болт мы поджали, пластину мы установили, колодки мы поджали. На этом все. Замена тормозных колодок на квадроцикле Basic 500 CF Moto мы заменили. Всего вам доброго!